Нидерланды пришла небывалая жара, сейчас осень там больше напоминает настоящее тропическое лето. Без такого теплого сентября здесь не было, такого теплого не было десятки лет. Обычно этот месяц у жителей ассоциируется с пасмурной, прохладной, дождливой погодой. Но в этот раз она бьет один рекорд за другим уже несколько дней. Столбик термометра поднимается выше отметки 30 градусов. Накануне был отмечен самый жаркий сентябрьский день за всю историю метеонаблюдения в стране. Жители прибрежных районов решили не терять времени зря и отправились загорать и купаться. Вот все это на побережье Северного моря. Лично я не помню, что когда-нибудь в сентябре было так жарко. В это время мы обычно ходим уже в куртках, а сейчас загораем на пляже и даже купаемся. Для меня такая жара стала большой неожиданностью. Правда, признаться честно, довольно приятной.